По центре. А я что-то не вчехляю. А где тут написано, что это ваше место? Слышь, тебе что написать? А ты что, писать умеешь? Слышишь? За углом подышишь. Ты сначала научись с девушками общаться, а потом будешь мне тут рамсить. Быстро свалили по норам тушканчики. А то я на вас Виталика направлю. Что за Виталик на? А тот, который вчера откинулся на. И который расскажет тебе, кому можно дерзить, а кому нельзя. Вопросики? Да ладно, малая, не керосин, чё, мы ж ничего. Сейчас, погодите, ваш дед очки нацепит и... О-о! HD-качество, вон я свои мечты, надежды не сбывшиеся вижу. Смерть моя... И тут на меня налетает какая-то нечисть, утаскивает меня в свое темное подземелье, кусает меня вот сюда вот за шею. И вот я уже при смерти. И он такой... Теперь ты тоже вампир. И мы, короче, дрожим до сих пор. Привет, пап, Марья Ивановна заболела. В школе сегодня санитарный день, Серега пиво разлил, а я в него упал. Коль, когда курил, на меня выдыхал. Руки пахнут, потому что мы костер жгли, на дом ничего не задали, я спать. Я вот только тебя умоляю, не надо убирать в моей комнате. После тебя хрен что-либо найдешь. Но у тебя же кругом пыль. Не трогай пыль. На ней записаны важные телефонные номера. У тебя там паук в углу. Не трогай Гошу. Почему я такая отвратительная? Нужно начать любить тебя. Не могу. Может быть, хоть раз в жизни ты поймешь, что ты красавица, и не будешь думать, что ты стрёмная, страшная чувырла! Красотка, ты понятно? Подожди, у тебя тут есть, смотри, еще контакты какие. Бля. Бля 2. Бля 3. И бля 5. Кто же бля 4? И куда он делся?